Добро пожаловать, друзья, на четвертую часть моего прохождения Obscure. В общем, в прошлой части мы встретили Стэна, который там пытался исправить свои оценки. Потом напоролись на каких-то непонятных существ. Непонятный человек нам рассказал, что и кого искать, куда идти, кого искать. Вот, какого-то мистера Фридмана сейчас будем искать. Вот, ну и уже в учебном корпусе начали исследовать. Только я не помню, как мы оказались на втором этаже. Мы же вроде через улицу зашли, мы должны быть на первом этаже. Или, может, неправильно переведено. Ну и самое главное, я разобрался, что значит особые навыки. Клавиша пробел, которая отвечает за них. И у каждого персонажа есть свой особый навык. Вот, но я так понял, Стэн только открывает те замки, которые помечены не крестиком, а просто красным, ну, бывает закрашенным, что он такие только открывает. Ну, проверим, в общем, сейчас. Потому что я нажимал, он не открывал. Но вот зато, если его выбрать и нажать пробел, вот он чувствует замки, короче. И если что, нам их откроет. Жесть, такая дыра, блин. Ужасные крики. И чё? Нету, ничего не берёшь? Боевое настроение у неё. Сейчас нам тут наваляют. Будете боевое настроение. Я уверена, что смогу его вскрыть. С этим замком я справлюсь. Так, ну с помощью отмычек, да. Ну-ка, Стэн, наверное, сразу открой. Сейчас откроем. Для меня это не сложно. А, да, пробел. Черт. Быстрее переключаемся. Давай, гаси его. Че, убили, что ли, или что? Непонятно даже. Стэн-то куда? Кромешная тьма. Блин, согласен. Ну, на ощупь пооткрываем. А у меня еще вообще темно в мониторе, блин. Может, у кого-то и лучше все видно. Я, кроме светлого пятна на входе, вообще ничего не вижу. Но, с другой стороны, ближе к реализму. Если темно, значит темно. Блин, как мне этот звук бесит. Так. Это значит, мы на второй этаж идем. Чё знак вопроса тут горит? Видимо, что-то надо поделать. Ещё клейка лента, что-то будем соединять. Тут же ржавая цепь, блокирующая дверь. А, вот что за знак вопрос. Ржавая цепь. А ты, Стэн, что-нибудь сделаешь с ней? Тут не
осталось замков. Ну ладно, не хочешь так. Опа, что-то он разбилось. Ну, это нас уже, я думаю, не касается. Так. Соответственно, еще две двери слева. Ё, бляха, муха! Ну нахер! Шесть. Где выход? А, вот же, блин. Так, открывай спокойно, там их, блин, сейчас за задницы поджарят. И что? Отлично, и что теперь делать? Стэн, а ты откроешь? Нет, не откроют. Блин, Стэн, ну нафиг ты мне тогда нужен, если ты не умеешь замки открывать? Козёл, блин. Он открывает те замки, которые я могу и отмычкой открыть. В чём прикол-то? Нафиг он тогда нужен? Что это, тварь еще здесь? Блин. Лучше не выеживаться. Так, что, сходим к Джошу и Шеннон? Может, они расскажут что-нибудь им? Типа там чудище какое-то и прочее. Если что, драться будем уже в последний момент. Так. У Джоша поиск предметов, да? Тут больше ничего не осталось. Или может ценный совет у этой спросить? Отлично. Я за тобой. Кабинет Фридмана расположен в западной части школы. Да ладно, ё-моё. Еще ценный совет не могла дать? Нет, ладно. Пока буду ходить с тем, у кого есть оружие. Так. Банку не возьмешь? Так, ну что? Пробуем в столовую сходить. Может, поедим чего? Или нас поедят? А, заперто. Ладно. А это что такое? Тоже заперто. Что-нибудь как-то обозначится. Так, замок, а что у нас? У нас ключи, они сами должны открываться. Стаканчик для чего? Воду набирать. Пока что по предметам не очень. Так. Что еще? Библиотеку. Она-то хоть открыта? Да вы заколебали, куда мне идти вообще тогда? А это что?
Парковка. А, ну мы тут, в принципе, были. Да как мне этот звук бесит. Ну как мы тут были? Особо не осматривались, конечно, но... Субботняя ночь, школьная пьеса. Камера, конечно, оставляет желать лучшего. Это куда? Это выход. Я уйду, когда закончу с этой историей. Что-что? Ну-ка. С этим замком я справлюсь. А, ну окей, ладно. Так. Давай. А стенд бы открыл с той стороны, что ли? Аптечка. И все. Жаль. Подожди, она говорит, я не могу открыть замки на двери. Может, Стэн сможет? Так, ну это мы опять... Где администрация? Здесь мы уже все прошарили. Хотя на втором этаже еще остался. Попробую я сейчас взять Стэна, осмотреть второй этаж и... Кстати, третий... А, ну да, он там сразу понимает. Вот. Ну, в машине открыть переднюю дверь, попробую, ну, смогу, сработает, нет, и вот сюда схожу. Вот, ну, если что-то сработает, я тогда вам это продемонстрирую, ну, если нет, тогда уже встретимся в том месте, ну, посмотрю где, короче, в каком-то новом месте, в общем. Так, нет, не смог Стэном ничем помочь, машину он не открыл. И там тоже дверь не открывается из-за того, что она заблокирована вот той полкой. Значит, надо сначала рычаг для этой полки найти. Ладно, сейчас мы... Я тут нашел вход где-то. Видимо, на второй этаж этого парка, или как это называть, дворика этого. Не знаю, как тут на карте это все обозначается. Диск для сохранений. Ну, я по сути пока толком еще ничего не сделал. Только выпустил чудовище. Поэтому как бы сохраняться особого смысла не вижу. Ну, сейчас я все пролазю, если я ничего не найду, тогда, как я уже сказал, пойдем в лоб на чудовище. Здесь есть что? Все заперто, блин. Наверное, учебный корпус со второго этажа зайти. Еще библиотека заперта. Вроде не обозначается, да никак. Это спуск, я так понял. И осталось найти вход в столовую со второго этажа. Дверь должна быть заперта. Что ж такое-то, а?
Как просто бегаем, ищем открытые и закрытые двери. Так, что мы вернулись? Нет, это... Ну все, вроде, да, мы круг сделали. Ну ладно, тогда я еще побегаю тут, поищу чего. Вот, ну и вернусь к вам позже. Я вернулся, но пока ничего. Но за странный момент, когда я зашел в зону парковки с Джошем, Эшли сказал, типа, если была бы сейчас Шеннон, она бы мне помогла. Вот я решил взять ее с собой, может, даст отдельный совет какой-нибудь. Это я уже слышал, дура, блин, больше ничего, что ли? Ну а так вообще вроде все я перерыскал. Замок, да замок. Попробую сейчас последний вариант с Теном подойти, вот где общежитие. Может, он там его взломает, этот замок. Если нет, ну тогда пойдем Фридману. Фридману. Я тут, не отстаю. Чудищу люлей вешать. Так, в какую сторону? Сюда. А сюда. Потому что уже вроде как все я тут обследовал. Давай, чувак, работай. Замков больше нет. Да как перед носом замок? Открывай, дебил, блин. Дверь замкрыта на замок. Постучи ко мне в звонок. Точнее, дверь открыта на замок, постучи ко мне в звонок. Вроде так в стихотворении. Ну что, побежали к учебный корпус. Попробуем навешать дюлей чудищу. Ну, либо как-то пробежать через него. Заходим. Давай. Ладно, я с тобой. Хорошо, я никуда не пойду. Куда ты не пойдешь? Контактное оружие. Почапали. Да. Я тут, не отстаю. Ладно, я никуда не пойду. Отлично, я с тобой. Давай, гаси его. Теперь я в порядке. Давай, мочи это козла жопское чудовище. Фу, блин, вроде нормально. Чуть не умер, правда. Ну, Стэна чуть покоцали, ладно, нормально. Так. А чё я тут замок как-то пропустил? А, не, не пропустил. Здесь мы были. А, вот эта дверь. Что тут, испарения какие-то? О. Похоже, эта штука совсем старая.
Надеюсь, она еще работает. Так, держи кнопку, чтобы использовать стрелки управления. Где у нас скотч? Уже shift, а и стрелки, окей. Не, ну блин, а что мне подсказывать, если уже стрелял вроде как. Так, а как мы там прицепляли? Ну все, уберите эту хрень. Вы можете сменить цель, использовать цель и... А, Q. Припрос команды зарезервирован для этого типа оружия. Ну, можно Q сменить цель. Либо стрелками. Так. А как это мне теперь это привязать ленту, или надо выбрать пистолет, потом. Эй, помощь нужна? Нет. Как же я там прилеплял-то? А, фонарь должен быть, потом только я смогу прицепить. А вот же фонарь. Вроде разобрался. Так, что есть там оружие? Что здесь действительно что-то есть? Блин, это мне этот нужен, который вещи ищет. Как его там, Джош? Ну, вроде все. Ну, сейчас я тогда Джошу приведу, посмотрим, что тут осталось. Странно, Джош говорит, ничего не осталось. Ну, может, это так просто написано. Все, выходим отсюда тогда. Блин, столько времени просто так потерял. На эту всю беготню. Тут больше ничего не осталось. Угу. Ладно, думаю, сейчас надо завершить и следовать этаж. Ну и, наверное, все, будем закругляться. Я надеюсь, там хоть впереди что-то будет. Ну-ка, иди сюда. Повандалируй тут. Повандализмен. Зашибись, тут стеночку пробита. Закрыто, но мы все равно тут. Напиток. Ну-ка, а сейчас что он скажет? Блин, ну это логично, ё-моё, такие у них помощи, блин, я и так всю могу найти и пособирать. Еще один диск. Ну, хорошо, запасной диск. Музыка, успокойся. Короче, можно заходить, жать пробел и убеждаться, что тут реально ничего нет.
Телефон, какая-то каменная будка, блин. Думаю, это последняя дверь на сегодня. Тут наверняка еще что-то есть. Ё-моё, здесь люлей. Да-да-да-да-да, свечу, блин. Давай, гаси их. Ты как там, живой? Весь загашенный. Выпей. Фу, блин, да. Немножко неудобно. Тут пока переключишься там. Союзника полечить. Еще что. Разнесут в клочья. Ну, бери. Блин, надо стаканчик. Ну, блин, ну не в тот же стакан, который у нас есть, в такой она. А, вот оно что. 26, 25. И куда его, наверх? Ну, наверное, на верхнюю дверь надо использовать. Так, сюда, да? Потому что до другой больше не успеет. А, 11, 9, 8, 7, 6. Фу, здорово. Это мне напомнило в игре Monkey's Island, там тоже. Какой-то напиток жесткий, типа грога такого, и он там аж стакан разъедал. Или это не в Monkey's Island? Тут наверняка еще что-то есть. Ну, спасибо, значит, есть смысл. О, еще диск, ну прям вообще завалили нас сохранениями. Ну, оставим его там на... Что-то важное под конец. Интересно. Нет, наверное, я не успею, да. А, может, он имеет в виду, что-то есть. Это вот как раз эта кислота. Растение особенно боится света. Оно нарушает правила ботаники. Смысл не сильно не... Угу. Интересно, а успеем до замка донести, который на улице? Ну, что-то мне кажется, вряд ли, там слишком далеко бежать. Я так понимаю, больше ничего нет, кроме этой кислоты. Джош нас просто в заблуждение будет вводить своими фразами, я так думаю. Давайте попробуем, конечно. Нам бы сейчас Кенни пригодился и гиперскорость, он бы, наверное, успел бы донести. Так. А что, все три стаканчика она использовала? Странно, зачем? Или это, типа, если бы мы не успели, еще бы два осталось стаканчика? Что тут? Ничего интересного. Окей, ладно. Ну все, тогда на этом мы завершаем. Открыли проход на второй этаж. Самое главное, уничтожили здоровое чудовище. Хотя, возможно, это еще не предел здоровости чудовищ. Впереди нас еще ждут более масштабные сюрпризы.
Ну, а с вами был 5P74. До новых встреч и пока.